Курске продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, жителей Курской и Белгородской областей. В общественную приемную партии «Единая Россия» регулярно приносят вещи первой необходимости. Помогают все – жители округа, школы и вузы, предприятия и народные избранники. С первых дней присоединились к этой акции. И эта акция не имеет начала и конца. Жители постоянно приносят различную помощь, от средств личной, которые необходимости, да, или до каких-то теплых вещей сейчас зима у нас наступит. Бывает даже такая, как сказать, точная помощь. Но звонит просто мама или бабушка бойца специальной военной операции мобилизованного и просит какую-то оказать помощь. Пункты приема гуманитарной помощи открыты во всех микрорайонах Химок. Один из главных на улице 9 мая. Это региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья». Сюда приехал первый проректор Российской международной академии туризма. От студентов и преподавателей он передал необходимые вещи и медикаменты для бойцов, которые проходят реабилитацию в 119-й клинической больнице. Вот это вот матрасы для наших бойцов, противопролежные матрасы. Медицинские аптечки с необходимым медицинским оборудованием, мыло, салфетки. Важный этап встречи – подписание договора о пожертвовании. Кроме средств личной гигиены и медицинских приборов, студенты и преподаватели передали одежду и другие необходимые вещи для раненых. Это действительно очень важная гуманитарная миссия, и мы понимаем важность этой акции. Мы в четвертый раз передаем эту помощь. Если до этого было оборудование необходимое на линии фронта, то сегодня мы передаем уже оборудование, которое помогает восстанавливаться нашим бойцам, находясь здесь в тылу. В региональном ресурсном центре принимают разную гуманитарную помощь – от продуктов питания до электроприборов. Всем миром люди помогают нашим бойцам. Для госпиталя приносят регулярно, также мы работаем с адресными запросами. Если нам поступают заявки, мы стараемся по возможности оповестить наших спонсоров, которые помогают нам. В ближайшее время эта гумпомощь будет доставлена в госпиталь. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.